Кончайте о мистике. Пора на рыбалку. 13 января. Будем пробовать сейчас. Бублера погоняем по речке. Что получится, посмотрим. Ага. Идем. Начнем вот отсюда вот. Первый заброс. Вот, отгружен чуть-чуть магалончик. Вот. Три бусинки приклеил на клей, чтобы загружался. Медленно погружается. Все-таки я его за щукой отправил, а он травы мне припер. Неужели мы ее не разбудим? Мы ее не грохнуться. Вот этого червячка сейчас. Поставим вот этого. Ой.
этого чаевичка. Блин, тонет еще. Да ну. Ну что, отчет с рыбалки таков. Ну, пару часов приманки помочил. Хватит, думаю. Красота зимняя. Удовольствие получили. Будем закругляться. С уловом болт. Болт на болту. Ничего. Зима. Будем ждать весну. Все. Всем пока. Все, пока. Взлетал и падал. Было все. Смеялся, плакал. И любил. И страдал, не ангел белый, грешил, как все, увы, бродяга сильный, но душой так устал. Зима, 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 холод на душе. Мы, что родились в России, и требуется нам иногда самая малость, чтобы не потерять почву под ногами, ощущение родины, мира, тихая речка, лесное маленькое озеро и немудренные снасти.